Всем привет! Сейчас запишу коротенькое видео, если кто сталкивался с такой проблемой и кому еще суждено столкнуться. Короче, загорелся АБС. Сейчас покажу. Загорелся АБС. Вот такое реле стоит здесь. Вот здесь он находится. Вот. Это Mercedes V203, дизелек 220 2001 года. Вот. Но так как реле не рабочее, пришлось на время сделать такой брюкин кабель, я не знаю, как по-русски называется. В общем, вот два есть отверстия, вот туда их подключил. Все, машина заводится. Но после того, как поездил, желательно его отсоединять, потому что все работает, короче. Ну, садит аккумулятор. Вот, сегодня так получилось, что я кабелек попал мне на массу. Был сюда воткнут, и в плюс. Получается, там снизу идет плюсовой кабель, толстый, красный. Вот, один единственный. Вот, и я, получается, на массу попал. В общем, что произошло? Здесь и там внутри идет красный кабель вот к этому блоку. Вот они проходят, все красные кабеля. Сюда к этому блоку. Вот сюда к плюсовой. И тут оно раздается от аккумулятора плюсовых. Вот. Здесь за ним находятся зихерунги. Как они по-русски? Сопротивление. Да? Ну пофиг. Ну короче, с кем ты разговариваешь? Вот здесь вот накрылся. Записываю, да, видео. Где его делал? В общем, ключ вообще перестал реагировать. Нифига, ни руль не разблокировался, ничего. В общем, вот он. Вот этот зихерунг. Сгорел. Единственное, вот эту крышку хреново открывать. Ее тут до хрена защелок, но в принципе можно. Вот. Ну, надеюсь, после замены и новое реле все снова заработает. В общем, ну да. Сейчас будем покупать. Ну да, оно так, да, примерно. Вот. А так ключ вообще не реагирует даже. Ни руль не разблокирует, ничего. Вот. Ну, вот с такой проблемкой поделился. Все, всем пока.